Может ли ракетный удар Ирана по военным базам США в Ираке обернуться полномасштабной войной? Обсудим с генеральным директором Центра изучения современного Ирана Раджабом Сафаровым. Раджаб Сатарович, здравствуйте. Добрый день. Ну, действительно, вопрос волнует всех. На ваш взгляд, что будет дальше? Насколько велик риск полноценной полномасштабной войны? Вероятность нового такого регионального, потом переходящего в глобальный конфликт, военный конфликт, эта вероятность очень высока. Дело в том, что и Трамп сейчас поставлен в очень неоднозначное положение, а до этого было у Ирана, руководства Ирана, очень сложное положение. Но инициатором всего этого положения, конечно, были Соединенные Штаты. Более или менее, так сказать, Иран достаточно терпеливо к всем выходкам Соединенных Штатов в регионе, и в Ираке, и относительно интересов Ирана все время относился. Но когда уже американцы перешли красную черту, а красная черта – это акт международного такого глобального террористического характера по отношению к своему, по отношению к своей легенде, символу сопротивления Ирана, генерала Сулеймани. Но вот это уже невозможно было простить. Ну, действительно, за обстрел американских баз взял ответственность корпус стражи исламской революции. Операция называлась «Мученик Сулеймани». То есть что сразу дает понять, что это месть. 22 ракеты запущено, 15 достигли цели. А вот дальше начинается оценка ущерба. Да? И тут расходятся показания. Да? Иран говорит, что жертвами ракетного удара стали порядка 80 человек. Пентагон о погибших американских солдатах не сообщает. Пострадала инфраструктура базы Айн-Аль-Асад. Повреждены несколько самолетов. Там пишут, кто-то из источников пишет, что там уничтожено несколько самолетов. Вы каким источникам больше доверяете? Вы знаете, все-таки я не думаю, что такое большое количество американских солдат погибло. Угу. Более того, у них была прекрасная возможность избежать прямого, так сказать, как бы попадания под иранскими ракетами. Дело в том, что за несколько часов до атаки, соблюдая условия приличия и уважения к государству Ирак, иранское руководство предупредило, что такой шаг будет предпринят. Но они не сказали, по каким базам, но сказали, что по базам Соединенных Штатов будут нанесены ракетные удары. И они не сказали, по каким конкретным базам и в какое время, но сказали, что в ближайшие часы. Угу. Это было за 5 часов до начала. Времени так, более чем достаточно, чтобы подготовиться. Вы знаете, руководство Ирака, все-таки это утечка была организована, и они за 3-4 часа доставили эту информацию к руководству Соединенных Штатов и предложили им и иметь в виду эту информацию, поскольку на самом деле это серьезный сигнал, что атака будет предпринята. Поэтому все солдаты, военнослужащие и американские, и международные коалиции успели за это время уже находиться в бункерах достаточно надежно. Ушли в укрытие. Да, и я думаю, что в этом есть жесть Ирана, чтобы на самом деле не подвергать опасности. Вот. Извините, я вас здесь перебью, потому что как раз вы выходите на тему, как я хотел озвучить одно мнение. Некоторые эксперты говорят, что корпус стражи исламской революции сознательно провел военную операцию так, чтобы нанести материальный ущерб, то есть уничтожить самолеты, чтобы очень дорогие самолеты, да? Но при этом избежать жертв среди личного состава и тем самым, с одной стороны, показать свою решимость к действиям, а с другой стороны, не спровоцировать полномасштабную войну. Вот возвращаясь к тому вопросу, с которым мы начали. Это вполне логично, поскольку на самом деле иначе они не предупредили бы. И причем, когда они предупреждали иранское, иракское руководство, не попросили, чтобы эту информацию не доставили. Они не обозначили, что информация только для вас. Да, да. Поэтому на самом деле мы исходим из того, что иранское руководство должно было отреагировать на этот вопиющий акт международного терроризма, поскольку гибель Сулеймани привел
к небывалому совершенно сплочению иранского народа, поднятию до небес революционного духа, и антиамериканизм стал национальной идеей Ирана. Вот, и это сейчас объединяет и млад, и старшего, так сказать, весь Иран. И вот Иран в это время, так сказать, 5 дней просто кипит и бурлит, и ждет вот эта энергия, ждет своего выхода. Если на самом деле иранское руководство не предприняло бы этих шагов... У них просто ни выбора не оставалось. Выбора никакого нет. Но, с другой стороны, они достаточно прагматичны, не хотят войны полномасштабной, не только региональной, но и мировой войны не хотят. Совершенно понятно, что у Ирана есть возможности реагировать достаточно достойно. У них даже Высший совет национальной безопасности Ирана разработал 13 вариантов нанесения ответного удара. И вот среди них есть более радикальные, есть менее радикальные, но выбрали они такой щадящий режим, чтобы, с одной стороны, и ответ был, с другой стороны, чтобы это не принесло очень серьезного ущерба американцам. Но и у Тихомирия, так сказать, немножко ослабит давление со стороны общественного мнения и общественности Ирана, что все-таки такой шаг предпринят. С другой стороны, я бы сказал, что это беспрецедентная храбрость и смелость со стороны руководства Ирана, собственно говоря, который, так сказать, за последние 50 лет, может быть, даже 60 лет, ни одно государство мира так откровенно, официально, подготовившись, объявившись об этом, просто не бросала вызов Соединенным Штатам, этой могущественной стране мира, и напрямую объявляет факт нападения на военные базы Соединенных Штатов. Это серьезный удар по престижу и по имиджу Соединенных Штатов. Кстати говоря, каким бы ответом уже не был со стороны Соединенных Штатов, вот в этой схватке уже победителями является Иран, поскольку все страны региона, очень многие страны, миллионы людей в разных странах просто восхищены этой смелостью. Они уже много стран заявили о своей солидарности и готовы, так сказать, прийти на помощь и каким-то образом объединиться с усилиями Ирана. Более того, сейчас уже шиитское ополчение Ирака требует от иракского руководства такой же шаг отместки за гибель своего генерала Мухандиса. Поэтому на самом деле это приведет к серьезному, серьезному нарастанию такого национально-освободительного духа среди стран, которые до этого были подавлены просто до плинтуса. Поэтому на самом деле американцам будет очень сложно. Руководство... Извините, я тебя перебью, потому что в этой связи я хочу привести высказывание президента Ирана Хасана Рухани. Он обратился к Соединенным Штатам и пообещал отрезать ногу Вашингтону на Ближнем Востоке в ответ на отрезание руки в виде убийства генерала Касема Сулеймани. Вот это заявление фактически что может означать? Вы знаете, совершенно очевидно, что по своей форме акт терроризма, который предприняли Соединенные Штаты, более варварского никто не помнит. От этих людей вообще практически ничего не осталось. Генерала узнали по его, так сказать, кольцу, так сказать, и по фрагменту, скажем так, тела. И это достаточно адекватные слова, поскольку президент Рухани сказал, что вот эти удары, которые мы нанесли ночью, на самом деле являются легким предупреждением Соединенных Штатов. Если они предпримут какие-то шаги в дальнейшем, то это будет такой удар, что на самом деле уже на территории Соединенных Штатов. И это, говорит, наша не главная задача. Главная задача за гибель генерала Сулеймани – полный, однозначный вывод американских войск из не только из Ирака и Сирии, но и из всего региона Ближний Восток. И мы будем добиваться этого. А как вы считаете, в Америке сейчас есть политические силы, которые те силы, которые хотят развязать полноценную войну с Ираном, и те, которые не хотят, потому что вроде бы в Конгрессе уже звучали заявления о нежелательности военного полномасштабного сценария. Вы знаете, в Америке четко понимают одну вещь.
войну с Ираном можно начать. Можно ввязываться в эту войну. Но вот как закончить, как выйти из этой войны, никто не знает. Вот это смущает и пугает Соединенные Штаты. Но, к сожалению, вокруг господина Трампа находятся такие ястребы, которые каждый день говорят ему о том, что нужно будет наказать Иран, воевать против Ирана, сменить режим в Иране. Угу. И господин Помпео есть достаточно надежные источники о том, что на протяжении последних буквально там 4-5 месяцев он почти ежедневно уговаривал господина Трампа нанести удар и ликвидировать генерала Сулеймани. Спасибо вам большое. Раджаб Сафаров, генеральный директор Центра изучения современного Ирана, о возможном развитии ситуации на Ближнем Востоке.